Что если мертвые могли бы говорить? Какую историю они бы нам поведали? 13 причин, почему роман американского писателя Джея Эшера поднимает вопросы травли в школе и подростковых самоубийств. Главный герой, ученик старших классов, находит на пороге своего дома коробку с аудиокассетами. На записях он с удивлением обнаруживает голос одноклассницы, которая покончила с собой буквально недавно и в которую он был тайно влюблен. Это послание с того света, где школьница рассказывает, почему она решила пойти на такой отчаянный шаг. Она передала эти кассеты всем, кто так или иначе был причастен к ее смерти. Интересно, была ли это исповедь или изощренный способ мести? Один из самых пронзительных романов был написан Элис Сибол в 2002 году. «Милые кости» – это история, рассказанная от лица девочки, которая в возрасте 14 лет была изнасилована, убита и расчленена человеком, жившим по соседству. О преступлении мы узнаем уже на первых страницах книги. Следующие несколько лет героиня, попавшая в свой персональный рай, наблюдает за жизнью своих близких и убийцы и размышляет об их судьбах. Но ведь не просто так она все еще связана с этим миром. Какое незавершенное дело не дает девочке уйти? Героине предстоит понять это, пережить боль, злость на своего обидчика и сделать что-то очень важное для своих близких в последний раз. Закрывает нашу подборку книга «Куда приводят мечты» Ричарда Маттесона. Главный герой попадает в автокатастрофу и оставляет своих детей и жену. После смерти он понимает, что это не конец его истории. Впереди его ждет путешествие по неизведанным вселенным. Однако это не все повороты сюжета. В какой-то момент его жена кончает жизнь самоубийством, и теперь герою нужно не только прожить собственную боль, но и найти любимую в одном из тысячи загробных миров. А вы верите в жизнь после смерти? Прочитайте наши книги, и, может, вы увидите еще больше вариантов того, как существует этот мир. Приятного чтения и до скорой встречи! Все, у нас держится страшно.